Всем привет, с вами снова Макс, и сегодня мы с вами будем продолжать проходить игру под названием Dragon Age? Нет. Под названием Battle Brother. И что у нас тут есть? У нас есть то, что мы типа до сих пор продолжаем развиваться и что-то там искать. Я не помню, на чем остановился в прошлый раз. Так, Хакан и Нархейм держат в руках кошель с привязанным клочком бумаги. Однако именно что-то на нем принадлежит не вам. Он осторожно взвешивает кошелек в руке, монеты в тугом мешочке приглушенно позвякивают, неохотно принимая форму ладони, затем поворачивается к вам. «Узнаешь это имя?» Выкиваете в руже. Неделю назад прославленный сэр Викхард отправился, дабы покарать стаи мерких чудовищ, терзающих город и окрестности фермы. Догадываешься ли ты, почему этот кошель остался у меня? Вы пожимаете плечами и отвечаете: «Потому что он не вернулся?» Хакан из Нархейм кивает и выпускает кошель из рук, присаживаясь на край стола. Верно! Потому что он не вернулся. А почему он не вернулся? Я думаю, потому что он мертв. Но давай не будем делать столь поспешных выводов. Полагаю, не вернулся он, потому что для этих чудовищ требуется кто-то иной. И думаю, что это должен быть кто-то вроде тебя, наемник. Не желаешь ли ты помочь нам в деле, в котором тот благородный муж потерпел неудачу? Давай оплату обсудим. А как насчет больше? О, я принимаю. То есть у нас есть братва, которая постепенно развивается, довольно-таки недовольная на самом деле. Надо будет как-нибудь в таверне, типа, прибухнуть. Мы постепенно улучшаем количество бойцов, и нам как-нибудь надо будет последнего достать чувака, у которого будет дофига атаки, и мы последнего копейщика подготовим, то есть у нас будут милишные со щитами, каждый там со своим оружием, два арбалетчика и четыре копейщика, ну типа чувак с флагом тоже копейщик по факту, хотя нам нужно для него решимость прокачивать. Выставить угрозу. Так, тут какие-то волчары бегают. Будем смотреть. Я правильно иду? Так, давай сюда. Сюда, сюда, сюда. Так, во время отдыха после целого дня пути Тильман подходит к вам с парой игральных костей и кружкой в руках. Он спрашивает, не желаете ли вы сыграть немного? Правила довольно просты. Каждый кидает кубик из кружки, и у кого упадает большее значение, тот выиграл. Игра на удачу. Ставка на один бросок составляет 25 крон. Давай сыграем. Снова. Хватит на сегодня. Я думаю, типа, мы отыгрались, поэтому нормально. Бабки мы и захотел. О, на Хаггерс. К оружию, братья! Фига у них инициатива. Ну, то, что первый ходит, это, в принципе, нормально. Угу. Они, короче, друг друга жрают. Из-за чего становятся сильнее. Нормально. Так. Давай конец хода. Так, что у тебя? 41, 41. Нормально. В смысле, ты из-за леса не можешь пройти? Капец. Так, жди. Так, давайте шаг вперед делаем. Подожди. Это дерево? Или вот это дерево? Не, нормально. Просто один шаг вверх. Делаем и готовимся. Надо будет, сами подойдут. Есть боевой дух. Серьезно. Надо нашего арбалетчика как-то защищать. Угу. Я ща подойду. Шахматное сторожение, блин. Угу. Ага. Интересно.
Так, подожди. Угу. Дедом, давай, живи. Так, давай сюда. Так, нормально. Так, держим. Так, тут стену копий. Типа, мешаем подходить. 50, 49. Так, кого мы уже попадали? Ладно, сойдет. Так, перезаряжешься потом. Черт. Так, нормас. Так, давай сюда. Сюда вас. Угу. Нормас. Так, ты жди. А мы тут вперед пройдем. Так. Так, просто сюда. Угу. Зря. Зря ход закончил. Хе-хе. Ща нормально, типа, парни справятся. Блин, их что-то много на самом деле. Надо поаккуратнее быть. Поедают друг друга. Так, надо вниз чувака одного вести. Вот это вот. Хармута. Так, по своему можешь попасть, да? Да что ж такое? Ты бы в кого-нибудь там бы попал? Карбон, детка. Так, ну эти парни за щитами не скрываются. Так, давай вниз. Блин, я что-то думал, то, что их поменьше будет. На самом деле. Так, концентрируем, типа... Урон по одной точке. Блин. Так, вот эти и так справятся. Так, держим, держим. Нормально проткавал. Черт. Хреново проткавал. Так, блин. Так, ага. Чё? Шо? Так, надо своих спасать. Бегут? Непонятно. Ну, типа, парень, видимо, совершенно собрался отступать. Блин, они в этом плане очень жесткие. Отдать надо! Так, ага, почти разобрались. Супер. Так, понятно.
Серьезно, ты все промазал? Да вы чё? Ты чё в своего попал? Угу. Давай спасай. Нормально. Так. Возвращаются. Угу. Так, ну чуваки, чё, фигачим вниз? Они даже разрозненно как сражаются. Угу, нормально. Так, ну тут нет смысла, типа, бить. Супер. Кончено, мы их не догоним. Так, Корбан, детка, повысился. Угу. Так, ну все, мы это получаем, если нормально сможем продать. Мертвый Нахцерер выглядит весьма любопытно. Удивительно, как подобное создание вообще возникло в природе. Он похож на человека со звериными мускулами, а его корявая голова с наростами и ужасными рогами. Будто бы порождена кошмарами безумства. Вы приказываете своим людям приступить к сбору голов мерзких созданий. Хакон из Нордхейм наверняка ожидает увидеть доказательства. Окей. Что за мелочь там бегает, кстати? Ну, мы нормально так деньги зарабатываем. Сколько я решил про запас оставлять себе денег? Угу. Подавленные жители. Так, ну и чё-то дёшево. Наверное, мы тут брать этого не будем. Так, с починкой нормально, с боеприпасами нормально. Угу. Ну, типа, и хотелось бы продать за сотку. Ну, то есть, мне не так уж сильно важны. Галсборг, большая крепость. Да, Линдерсхолм. Посмотрим, что там. Так, что у тебя? Угу. Слишком быстро для тебя персонаж план переноса текущего значения инициативы. Ну ладно. Допустим, так, попаданию тебе точно надо, защита от ближнего боя точно надо, и выносливость либо хп. Инициатива еще повышается. Так, выносливость 70-ка есть, так что не сильно меня это беспокоит. Давай, хп. Нормально подзаработали, надо будет где-то прихватить. Если что, инструментов, материалов. Так как починка очень много занимает. Ну, где она там, типа, стоит примерно столько же? Тоже 32. Ну, в другом 31, спрашиваю. Инструменты, материалы. Дешевле обычного, так что берем. Кому-то нужны наемники. А наемники это всегда хорошо. Теплые отношения. Адлер из Линдершолм скрещивает на груди руки и сжимает губы. Я редко плачу наемникам за охрану, но моя команда разгильдяев немного не в состоянии.
болезни, пьянство, распущенность. Я думаю, ты понимаешь. Но важно лишь то, что мне необходимо в течение 3 дней доставить ценный груз в Страухдорф, что к юго-востоку отсюда, так что нужно, чтобы кто-нибудь за ним просмотрел. Интересует? В каком количестве крома говорим? Фига! А больше? Ладно, я принимаю. 1600 это много. Наемники. Я вас проверял? Так, атака. Не, мы сейчас только берем, ну, вообще реально готовых парней только. У которых полностью совпадают параметры, которые нам нужны. Ничего, зарабатываем. Можем бронь купить, я пока что в расчете на то, что мы будем покупать такую чешуйчатую броню, которая по 10к, по-моему, стоит. Чтобы улучшить моих чуваков. Не нападает. Все уже знают, что их ждет. Так, Свен подходит к вам, чтобы отчитаться о ваших запасах продовольствия. Он объясняет, что еды осталось не так много. Оставшийся хлеб, скорее всего, годится на строительство дома вместо кирпичей. Или в качестве орудия убийства. Большая часть фруктов стала мягкой на ощупь и покрылась некой серой шерсткой. Все это в любом случае было брошено в один большой чан, содержимое которого ваши люди нарекли высранным бульоном. Откровенно говоря, ситуация не из лучших. Однако, по удачному стечению обстоятельств, недалеко от вас расположилась небольшая ферма. Наемник не говорит вам это прямо, но осторожно намекает, что, возможно, отряду стоит наведаться туда. Двигаемся дальше. Их набегов. Ёбаный, чё? Еда в плохом состоянии, что ли? Четыре дня. Что? Там кто-то был. Мы, блин, опять сюда возвращаемся. Так, подожди, а мои чуваки сколько, типа, забирают за день пути? Сотку где там? Угу. Хорошее снабжение. Че, отношения нейтральны? Вы че? 28. Еще меньше. Так, ну провианта... Да нет. В принципе, нормально. Ну, двушка относительно. К обзору, защита в ближнем бою. 25 хрома. Закаленный в боях. Станет специалистом в тяжелой броне. Угу. Последний герой.
А, подожди. Катальмунд. Так, мисс... Блин. Так, он, купец сердит, качает горло. Разбойники слишком долго разоряли эти земли. Я отправил лазутчика, чтобы найти их. И знаешь что? Вернулось только... Так, понятно. Поговорим об оплате. А как насчет большей? Вот. Катальмунд. Так, Катальмунд, ну... Блин, все-таки два к атаке, два к этому, что относительно мне нужно. Дальше качать бедного Вигмара нет смысла. 500. Вигмар, ну ты охренел. Я найду тех, кто больше денег мне заплатит за эти вещи. Сейчас, конечно, он не так уж хорош. Серьезно, 500. Просто интересно. До 4 в день. Типа как-то от левела еще зависит. Ну, дедом мы заменим, если у нас там выпадет 4 к дальнему бою звезды, что маловероятно, мне кажется. Изгнать разбойника из местечка, разрушенное жилище к западу от поселения. К западу это налево. Ага. Подожди, а... Ты ж нормальный, да? Ну, у тебя к обзору, у тебя защита дополнительная. Ну, да. Плюс двушку получает. Ну, специализированный парень. Остальных просто загасили. Наблюдая за лагерем разбойников, вы замечаете фигуру человека, которую легко можно узнать по взволнованным описаниям местных жителей. Это Урбан Благой, знаменитый главарь разбойников, разоряющих эти земли. За ним повсюду следует целая свита жестоких ублюдков. Вы готовы биться об заклад, что его голова будет стоить немало монет? Там даже главарь есть. Ну давай. Хрена. Ты жди. Жди. Блин, они что-то так типа осели там наверху. Даже проблем какие-то будут у нас. Урбан, не идешь сюда? Жди. Постараемся тебе помочь. Сорок один. Нормально. Так, ну знаешь, пока что оставайся тут.
У нас там два чувака этим будут занят. Эй. Интересно, насколько круто у него щит. Слышь? Что-то чувствую какие-то проблемы на самом деле. Так как ты промахиваешься-то? А, серьезно, тебе не хватает? Шестерка что ли стоит? Угу. Штурмуем. Блин! Да! Сука, Сережу, бля, игра, сколько можно? Почему я отступить постоянно не могу? Жесть. Это звездец был только что. Подожди, а у него было отступление ли? У него ж, по-моему, отступление было, способность. Или не было? Сейчас, погодите. Я ж тебя, по-моему, качал. Почему не работает? Как оно работает должно? А, подожди, у тебя один накинул. А как это отступление работает вообще? А, блин, я ему не прокачал. Серьезно? А нахрен? Ладно, не спрашивайте. Дебильное место для сражения, если честно. То есть у меня арбалетчики просто влетели в то, что я не видел вообще, что где находится. Они и так мажут, блин, постоянно. 17, 16. Фига попал. Что это с тобой не так? Они все палить будут или как вообще? Я пока что с местной, скажем так, высотной деятельностью еще не разобрался. Поэтому есть проблема. Блин, я там за парня нажал. Ау! Номад Сибарит плюс-минус тыкай. Какой еще нахрен плюс-минус? Что значит плюс-минус? А. Хрена себе! Блин, спасибо себе. Не, тут другой типа момент. Насколько работает вообще дальность обзора, когда кто-то выше? Как ходить на возвышенность и так далее? У меня с этим больше проблем, блин. Так, ну, блин, на того, типа, бросить. Ладно, давай вот этих наверх.
Жесткие типы. Ау. Блин, вот это неплохо. Вот это плохо. Блин, ему хана. Ходите бить только на плюс-минус один уровень можно. Так примерно я понял. Кого там забили-то вообще? А чё так жестко? Подожди! Вы чё, охренели? Что у него за снаряга было? Блин, у врага просто преимущество нереальное. Ну да. Тут, оказывается, бить нельзя. Может, надо было их выманивать, я не знаю. Отомстили. Не стало до того. Петя! Блин, а кто погиб? В смысле, ты сюда... А. Типа он до этого ходил. Блин, надо будет нового братью не искать. В смысле, ты отсюда не достаешь, что? То есть копье не работает, ты через... Игра, ты меня сегодня бесишь, серьезно. Бей этого. Врагов-то немало. Супер. Так, ну ладно, подними щит. Типа это самый жесткий их мысль. Да, блин. Слышь, да... Да попади ты! Гадость такая! Подожди, ты через одного можешь бить топором двуручным? Ша? Можно каждому имени приписать погоняло типа... Тупой сильный тяж будешь сдать. Да блин, я просто не играл уже неделю, поэтому я и в замешательстве, что происходит. Тупой сильный тяж. Звездец, они просто гасят всех. Вы че такие жесткие? Не, преимущество, видимо, все-таки есть какое-то. Блин, он почти в своего попал. А мои идиоты вообще попасть не могут. Чё? Это он сбежал? Контратака. Пиздец, вообще не попадает. На тебе, блин. Подожди, а что-то у меня... А, это копеечка. Понятно. То есть у них снаряга вроде как похуже, чем у меня, и все равно я так сильно огребаю. Супер.
Так, выносливости нет. Мой дебилоид один бежит. Щит пробили нахрен. Так. В смысле, ты на каждую атаку контратаку делаешь или что? Походу, да. Мужик, мы тебя просто щит порвем. Так, подожди, ты можешь бить, по-моему, да. Через щит. Но что-то у тебя это получается через раз. Пати, идиот. Ты решил вернуться? Молодец. У меня просто паника, они какие-то нереально сильные для меня оказались. Тут вообще... А, подожди, это мой персонаж. Это Ракнаган Вафля. Понятно, у нас его все нет. Так, живи! Шторм! Когда-нибудь он попадет. Уносливость кончилась. Так, напоминание на будущее. Чуваки, которые выше тебя находятся, слишком сильны. Так, подожди, ну их получается как-то выманивать надо. Потому что не за главаря же они такие типа крутые. Ну, кстати, получше место как-то. Так, 51. Попал в другого. Так, блин, тебя бы как-нибудь бы повыше бы поставить, если мы всех наверх продвинем. Так, жди, короче. Сейчас попытаемся как-то получше сыграть. Можно зайти с другой стороны, там будешь выше. Думаешь, я так понял, у них базы типа наверху находятся. Ну, в этот раз, типа, тут лучше заспамилось, потому что, ну, как-то наверх, ну, я понимаю, что преимущество есть, я просто не знал, как это в игре, типа, отображается. Типа, у меня чуваки еще не в таких хреновых доспехах и так далее, и мы все равно огребли. Притом по жесткому. Семнадцать, 13. Поэтому не можешь. А, фига. Ну ладно. Ща попробуем. Ну, у них еще глава есть, который, типа, крутой. Че, подходить будем? Черт. Блин.
Угу. Ты чё поторопился, я думаю, не подойдут. Я вот всё не понимаю, как чувак с топором, блин, вот так атакует. Типа через одного. Не подойдут они ближе. Поэтому типа просто окружаем и гасим. Угу. Массовики-затейники. Стрелруб — это секира, а не топор, а не на две... Секира реально на две клетки лупит? Чё? По-моему, у меня был парень как-то... Возможно, с секирой, я как бы не уверен. И он лупил не на две клетки. У него же длинный топор, как пики или барды. Ну, возможно, просто как-то... Вот как я представляю секиру и алебарду, алебарда длиннее. Да, всем привет, если что. Супер. Хорошо попал. Так, давай ближе подходи. Своему так. О, давай вот этот сорт. Подожди, он поэтому попал. Как так? Оглушение. Но это надо в ХП попасть, да? Чтобы глушануть. Ага. А нас обходит. Так, чё. Подожди. Сколько? Чё так больно? Сейчас этот подойдет со щитом. Так, из-за этого будем по ее щит поднимать и все-таки как-то его саппортить. Четверка. А сколько за атаку берется? 5. Да, вот так тогда. Черт. В смысле, ну попадать надо, идиоты? Здорово, дедом. Здравствуйте. Тут есть двуручный топор, ты с ним спутал. Наверное. Ну, мне всегда казалось, что секира — это и есть двуручный топор. Просто тут есть градация оружия. Видимо, я вот так и перепутал. Блин, они что-то какие-то очень жесткие. И мне это не нравится. Черт. Хана моему арбалетчику, да? Но он же не отступит, скорее всего. Ты чё так попадаешь? Блин, у моего мужика щит в руках, блин. А, ну, потому что он с цепом, да? Фига. Да убей ты его уже. Он же не отойдет. Как же все печально! Не отошел. А, отошел, фига. Ладно. Молодец. Так, это по-своему. Так, тут тоже по-своему шанс. 35, 25. Понятно. Что если этого доказать? Они что творят? Хм.
Добивать надо. Добивать. О, молодцы. Угу. Позицию сверху занял. О! Я не хочу терять арбалетчик. Это же дедом. Дедом, по-моему, тебя потеряю в этом сражении. Подожди. Это кто-то из моих, да? Жесть. Какая же жесть. Ей! Мы отступили! Блин, еще и просто втащили парни. Найс. Да, кажется, кто-то из моих там все-таки сдох. Капец. Я надеюсь, мы броню не потеряли. Просто сбегает. Так, ну этот кровотечение, возможно, сдохнет. Ладно, там двоих вполне достаточно. Так, ну жди пока что. Пускай подходит. Слушай, этот парень просто, типа, с этой секирой выносит всех и вся. Совсем охренел. Че уворачивается? Наконец-то! Гасио! Угу. У него флажок сверху, у него шанс попасть большой. Угу. Да, тут что-то с боевым духом я пока что не сильно разобрался. Там надо будет парня с флагом как-то проапгрейдить. Со штандартом. Так, мы что, пока что одного потеряли, да? Наконец-то! Месть тебя, сволочь! Че, оглушил, что ли? Писец. Так, ну давай сюда. Помоги с этим, что ли. Ау. 5 шансов попадания, серьезно. Слушай, это просто пройти не дает. А, ну да, серьезно, давай в свое очень попадать, молодец. Я просто думал, тот выше находится, типа, ну, должно же действовать, что если враг выше находится, по нему проще попасть из арбалета. Ну что это такое? Чё? Это возврат урона был, что ли? Какого хрена? Иди этому помогай. Так, официально я тебя называю Петя, и поэтому Петя, живи. Тут скорее вот этот парень, короче, тебе так. Получается, вот отсюда.
Можно будет прочь пальнуть. Сейчас еще один сдохнет. Так, к нему надо подходить близко-близко и обнять нежно-нежно, тогда он топор и выронит. Хотел бы я, чтобы так все было. И, походу, не так все. Конец! Нежно-нежно мы потом их будем обнимать. Смотри, они вообще не сдаются. Что-то, по-моему, парни почувствовали запах победы. Здорово! Наконец. Так, жди. Да ты задрался своим щитом, серьезно. Когда-нибудь мы с тобой разберемся. Вот, позиция сверху. Самое дебильное сражение за последнее время. Это выносливости не хватает. Да порви это его уже! Наконец-то! В смысле, там еще кто-то живой, что ли? Так, все кончено. А, Хармунд погиб. Ульрих. Хармунд кем был? Пятый уровень! Звездец. Хармунд! Жесть. Это единственный, кто пал? Капец. Капец. Битва окончена, вы подходите к мертвому телу того, кто был известен под именем Урбан Благой, и отрезаете голову двумя быстрыми ударами меча, рассекая сначала мясо, а затем и кости. Затем вы через рот вставляете крюк и привязываете веревку, чтобы прикрепить трофей к поясу. Жопа какая. Нет. Селение. Угу. Так, ну тут на постоянке ни у кого травм нету, да? Писец. Чё там, дворянский меч? Кайфово. А, я понял. Дворянский меч как раз и был у того парня, который сдох, да? Угу. Нормально. Так, 110 максимум. 70, 140. Давай у тебя вот это. Так. 110. О, давайте ему этот щит заменим. Чтоб разные щиты у всех были. Не, подожди, не у того щит заменили. Ну ладно, давай вот так. Ага. Вообще тут соло братков легче прокачивать. Опыта за обычных врагов дает до 11 уровня боя 20 провести. Угу. Ну, да, нужно правильных братков, блин, достать. Ну, блин, то, что сейчас парня загасили вот, это просто капец. Ну, в принципе, неплохо был снаряжен. 90, 110... Угу. Так, ладно, что у вас? 80. Держи. Хоть снаряд какой-то получили. Который может пригодиться. Так, 90. Это 80-ка. Это... Ага. 110. 105. Ну, этих 110 всех тебе нужно починить. Все остальное надо нафиг продать.
Я еще двух братков собираюсь нанять, но взамен одного нашего погибшего еще одного. То есть нам нужен один копейщик. Какая тут самая топовая броня? Это вот эти за 80. Потом вот это и вот это. Все, остальное нафиг продаем. Не-не, погоди. Нужен еще щит. Ну, допустим, вот этого щита у нас нету. Чтоб красиво было. Угу. И дворянский меч получается, не трогая. Блин, серьезно, я такого противостояния не ожидал. А, подожди, вот это 105. Я, значит, тоже продаю. Так, а это что? Тесак одноручная? Подожди, тесак. По-моему, у меня вот этот парень с тесаком. А, погоди, 30-45. О, вообще кайфово. Так, это кистень. Ага, одинаковые кистени. Копья такие же. Угу. Ты живой? Да, ты живой. Да иди дом живой. Погиб? Блин, я не уверен, кто погиб. Ну, парня жалко. Серьезно. Жесть. Вот ему на замену это будет сложно найти. Кого-то. На обратном пути несколько человек перегораживают вам дорогу. Один из них указывает на голову того, кто раньше был известен как Урбан Благой. Мы лучшие охотники за головами в этих краях. И, как я понимаю, вы сейчас занялись не своим делом. Отдайте голову нам и можете сегодня спокойно спать в своей кровати. Вы смеетесь. Тебе придется придумать историю получше. Мертвый Урбан Благой стоит немало, крон, друг мой. Командир этих охотников за головами тоже смеется. Он поднимает мешок чем-то круглым внутри. Это Рейп, один из самых разыскиваемых парней в этих краях. А это... Он поднимает другой мешок. А это голова человека, который его убил. Понимаешь, к чему я веду? Итак, отдай голову, и мы можем... И мы сможем продолжить путь. Слышь, мы не отдаем. Сейчас, короче, типа мега-рыцари против меня выступают. Что, собаки? Ладно, эти без хорошей снаряги. Нет, ладно. У них появился один с хорошей снарягой. Двое с хорошей снарягой. Так. 38. Понятно. Все как обычно. Так. 12, 20. Блин, они какие-то крутые. Да что ж такое? Вы что там, с ума посходили? Все, нам хана. Они даже попасть не могут. Игра, а можно, пожалуйста, типа, ну вот, попадать, да? 41%, хорошо. Нам хана. Это я вам заявляю. Потому что эти идиоты попасть не могут. 50%. Хоть кто-то что-то попал? Мне вот интересно. О, ну надо же. Надо же. Ты даже убил ее. Так, надо этого уводить. Ну там вообще никак. Супер. Что там, 21? Ну ладно. Стараемся подходить и атаковать. Мои самые меткие парни на Диком Западе просто жесткие. Слишком жесткие для этих парней.
Ага. Не, ну вы можете справиться, серьезно, я вас верю. Так, ты вали нахрен отсюда. Парни, тянем! Я вас верю! Когда-нибудь вы начнете попадать! Я понимаю, что не сегодня! То, блин, ну хотелось бы! Игра, за что? За что ты со мной так? Я не знаю. Они вообще ж не попадали. За наш отряд. Я че всех нахрен положу? Откуда вообще этот отряд всплыл? Я его даже на карте не видел. Ну, чтобы вы понимали, то есть они просто в засаде были? Идите вы в жопу. Подожди, это какое это сохранение? Это прям перед файтом? Может, все-таки переждать стоит, пока восстановится. Ну, хоть как-то. Потому что у меня парней просто хп нету. Половина брони сломана. Погоди, я тут кое-что заметил. Стоп, 5. Давай вот так тебя заменим. И вот так вот. А как можно в лагерь? А, во. Фига там они лагерь построили. Так. Ну, ждем. К оружию, ёпта! Сейчас попробую, теперь у нас побольше хп, блин, хотя не у всех. То есть реально, есть чуваки, у которых 17 хп. Просто жесть. Ой, пес не вредит. Но не сегодня. Что ты серьезно? Ага. Так, у тебя хп полный. Так, у этого хреново. Надо вот этого парня как-то саппортить. Да, вот так. Если что, оттянет на себя. О, кайф. Главные проблемы. Так, давай вниз. В принципе, нормально еще. У тебя 19. Короче, гони за лучником. Угу. Ау. Да вы надоели уже, а? Че он вам сделал? Писец. Понятно, давайте мазать. Я уверен, что это пригодится. Ага, да-да-да-да-да-да. Серьезно. Они вообще попасть не могут.
Идиоты! Процентов. Уходи отсюда. Блин, я не знаю, как победить. Че, серьезно, голову надо было бы отдавать? После вот такого сражения. Ну надо же, хоть кто попал, блин. Какой у него вообще шанс попадания? Окей, я еще не сдался. В следующий раз я построение хочу поменять. Чтобы у меня как-то посередине были чуваки с меньшим количеством хп. Друзья, что это собака? Что, собака? Хоть не заколовать. Так, как так-то? Нормально. Не, ну вы же можете. Во. Ну понятно, 15% типа было мелко. Шапку срезал. Окей. Понятно. 49% не сыграли. Блин, ну тут в толпу залетаю. Не очень хорошо. И очень нехорошо. Блин, чего-то попасть не могут. Щит поднять за него. Да ты издеваешься, что ли? Да сколько ты урона там наносишь? Серьезно, мужик, объясни мне, пожалуйста. Кого из вас меньше всего хп? Так, в центр. Погнал. Так, по бокам. Так, 36. 21. Я просто в ахрене. Боевое говно. Что-то какой-то типа состав команды у них другой совершенно. Понятно. Хоть бы в кого-нибудь полезного попал. Так. Парни, я вас практически уверен. Так, давай так, и ты щит поднимаешь. Во. Будем так поступать. Те, у кого мало хп, они щит просто поднимают. У меня у всех мало хп. Если так смотреть.
чуваков против меня пятеро. Но против этих пятерых у меня шансов вообще почти никаких. Так работает. А, подождите. Хочу попробовать кое-что. Надо просто собакин загасить. Так, вали нахрен. Отступаем. Сейчас посмотрим. Это тактика. Тактика не работает. Да чё ты так мало идёшь? У тебя нога сломана, что ли? Всё, хана, парни. Мы верим! Петя, мы в тебя верим! Мы у них убили собаку, все, сваливаем. Псец! Ты че такой крутой, а? Опыт уровень 5, Свейн! В смысле была утеряна суматохи? Подожди! Можно как-то свалить от них? То есть они по стелсу передвигаются, я в этом уверен. Мы, короче, возьмем и пойдем вот сюда. Типа обманем их. Да что? Я верю в то, что мы сможем, типа, с ними справиться. Ну, блин, игра в это не верит. Вы идиоты, просто огребают. Че ты так издалека стреляешь и попал? Вот мой идиот с арбалета будет оттуда стрелять, он же не попадет. Вот, вот, впритык стрелял. Вот тот лучник оттуда стрелял, мой из арбалета не попал. Играй, ну хорош подсуживать. Сколько можно? Пачка идиотов, блин. Можно, пожалуйста, победить? Ну, просто победить. Говорят, полезно побеждать. Они даже по собаке попасть не могут. Сука! Сколько промахов сейчас было? Надо же, ты по ним попал, блин. Вы даже собаку забили. Ну ни хрена ж себе. Нашего арбалетчика надо спасать, я не знаю, как мы будем это делать. Когда наши не попадают.
мне кажется, специально не попадает. Жди. Я даже не представляю, что это за отряд наемников, охотников с головами, ну и не просто какие-то мегапрофессионалы, ну такое ощущение. Ну, либо мои конченые, в чем я больше уверен. Потому что у них прямо на лице написано, что они конченые. Ну да, отойти, блин, не можешь. Неужели вы попадать умеете? Фига себе, вы даже убивать умеете! Ей! Так, меня что-то кроет. Ёбаный лимбардист, блин. Как? Чё, глушанул что ли? Да ну нахуй. Ау, ну ладно, копеечки еще прокатят. Тащите, тащите! Ну, серьезно! Хотя, блин, я на эту броню не потратил. Ты еще живой? Я... Так ты копеечки, блин, копеечков меньше всего трогает. Мы без этих бабок не уйдем. Играй. Успокойся. Я уже смирился с смертью одного из моих, блин. Единственное, эти идиоты не попадают вообще никак. Да убей ты его! Серьезно, вот это самый конченый. Конец-то. Вставать уже начали. Пиздец. Ну там Андрей избивает. Андрей все убить не может. Чувака. Просто в какой-то момент враги бустанулись просто до невозможности. Я вот хз, как с ними справляться в такой ситуации. Когда ж ты сдохнешь-то, а? Ну надо же. Не может быть.
Чё, сваливаешь, да? Сволочь! Нет. Да все, пускай тут уходит. Кого забили-то вообще? Свейн. Че у тебя там? Минус получение опыта, минус к инициативе, плюс 15 повреждения мозга. Слабоумие и отвага? Ну окей. Посчитаем, что мы победили. Жесть. Капелица 115, кстати. По-моему, мы типа крутую броню всрали. Где там? Гребаный квест. Я так и знал, что там. Подожди, это за 1000 крон? Вот серьезно, мы за 1000 крон вот так страдаем? Ты че, игра охренела, что ли? Так, точно это нам надо, точно атаку и... Что там по выносливости? Что-то мало у тебя ее. Пиздец, у меня даже инструментов для починки нет. Что там гоняет? Так, ты меня не видела. Так, вы поднимаете за окровавленные волосы голову... Того, кого раньше звали Урбан Благой, его мертвые глаза обводят комнату. Эгон купец улыбается. Тебе известно, что ты сделал, наемник? Знаешь ли ты, какой гнет снял с плеч местных жителей? Снеся голову этого человека с его плеч. И ты получишь больше, чем рассчитывал. 980 крон за первоначальную задачу. И он выкладывает на стол увесистый кошелек. Немного сверху, за тот лишний вес, что пришлось тащить. Штукарь сверху. Так. Я надеюсь, среди ваших идиотов есть, типа, те, кто сгодятся. Так, чё это? Не сгодится. Да. Среди идиотов не нашлось. А, подожди. Так где дом еще повысился? Так, закаленная статья. Урон над всем доспехом. Угу, снижается. Не, ну, типа, закаленный в боях, я так понимаю, типа, в любом случае, хорошая тема. Так, вот так. Обычная защита, что-то по выносливости нормально. Тогда чуть инициативу, возможно. Так, ты от него защиту там получаешь. Мне где чуваков надо искать? А, подожди. Ах, блин. Инструментов мало. Ты что, мало денег, блин, предлагает за все? Эх, Силдер, как тебе повезло. На, скеры. А что, у кого у нас там? У Левина? Нет? Повреждение мозга.
Я хз, насколько это стоило того. Грубо говоря, на смену... Подожди, а ты кто? Слушай, ну в принципе его можно заменить, потому что у него прирост один к атаке, один к защите. Что мне не сильно... Я тебя догоню, когда поймаю свой ленивый мозг. Конечно. Не поймаешь! Блин, это все на легком уровне, слушай, я вообще игру не понимаю. Да как так-то? Все инструменты потратились. Так, рынок. Тут 23 вообще? Вы что, с ума сошли? Че так стоит? Че такая стоимость? Вы чё? Густав Эмерих. Так, два к защите. Слушай, он неплохо относительно. Густав. Став говорить. Блин, вот сетью там что-то. Так. Типа броня точно не такая должна быть. Вот так вот. Так. Тебе щит даем. И ну, дворянским мечом будешь махать, получается. Добро пожаловать! Welcome to the party. Зарма, так, топорики. Так, вот это оставляем, тебя продать надо будет. Тебя тоже. Так, ты. Вот броня копье это насчет чувака, у которого будет 3 к атаке. Мы поставим его как еще одного копейщика. Что за квест у вас тут? Так, Эмрад Мудрый берет берет в руки книгу с полки. Когда он садится за стол, пыль, а возможно даже прах с нее, разлетается в сторону. Он открывает ее и медленно листает страницу за страницей. Веришь ли ты в чудовищ? А, понятно. Ладно, какова оплата, чтобы разобраться? 130. А больше? Ладно. Так, ну это задача с одной сложностью, поэтому я думаю, что мои чуваки, в принципе, справятся. Тем более, частично. Хотел я сказать, что они восстановились. Бедные свои. Давай, Свейна, сюда. Свейн пока не участвует. Нахскеры. Фига себе! Линдвирм. Мне кажется, что там что-то нехорошее вылезло. Фига, там уже один, который проглотить сможет. 73%, игра, 73%. Вот это понятно, почему промазал. Типа даже вопросов нет. А, ну подожди, они ходить не будут, у них инициатива реально выше. Пускай в нас влетает.
Интересно, не подходит. Ща угомоним. Блин, не то нажал. Какая скорость? Надо как-то спасать того парня. Не, навык отступления надо точно брать. Супер. Держимся, этих тварей. Чё этих тварей? Давить надо. Ну да, они там жрают типа своих. Становится при этом сильней. Да, он сожрать мог. Сволочи. А, блин, вы сегодня попадать будете? Пиздец. А может... Он серьезно отойти не может. Охренеть. Какой там шанс попадания? 90% игра. Давай, что ты мне паришь, блин? Вот тут он уворачивается, отойти не может. Кайф. Писец. Я там чувака пытаюсь спасти, эти попасть не могут. Идиоты, блин. Так еще была, что ли? Вот. Что-то там справляют. Слушай, ты почти в своего попал, молодец. Да ну попадать, блин. Прикиньте, он сбежит, типа, с кем-то из наших внутри. Так, ты вообще туда никаким боком. Нормально так. Ну хотя бы так попадаете. Так, вперед, братва! Так, и надо текать. Так, текаем отсюда, там какие-то ящеры. Те, как отступают, не бьют, да? Далеко может дохнуть кровотечение, дай копейщикам бинты. Копейщикам бинты? Как вообще у них и бинты работают? Так, подавление персонажа в количестве высокой инициативы. Так, длина имеет значение.
Копеечкам это точно важно. Так, ага, вот так. Потом защита. Так, и выносливость нужна. Да, реально, бошку защищайте. Так, да, слот просто закинь. Да я знаю. Я помню, даже бинты какие-то были. Но они выносливость понижают. Или это за использование? Ладно. Ладно, продаем за эту цену. 32 даже нормально. Сегодня деньжат позаработали. Так. Давай для ремонта. Давай бинты реально возьмем. Окей, сгодится. Так, ща, погодите. Я недолго отойду, скоро вернусь, так что... Что-то у меня капец проблемы с отрядами, которых просто изничтожает. О, Андрей вернулся. Говорит, что он дома. Вред, наверное. Так. Бля, а то, что я вам только что продал, оно вообще где? Больше не так. По еде. Мы больше провизии потребляем, поэтому давай вот так вот. Так, Ваня. Так, ты чем? Па-па-па-пам, рубила. Так, мастер тесака. Угу. Фронт кровотечения, вызванный тесаками. Окей, так, атака, защита, а, ты из этих, ты из крутых, так, ну до 70 надо понижать. Вот это вообще парень топ, Кильман. Я штаны снял, а я их не одевал. Так, двигаясь по дороге, на обочине вы замечаете человека и сломанную телегу. За повозкой виднеется поникший осел, взирающий на вас со всей грустью ослиного рода. Торговец выглядит немного лучше, а ваше приближение окончательно напугало его. Он нервно вздрагивает и начинает пятиться. Выглядит немногим лучше там было. Вы пришли за моим добром! Коля так, нет нужды убивать меня, берите что хотите. Позволь нам помочь вернуть твою повозку на дорогу. Вы получили хлеб. Спасибо. На тени штаны. Угу. Телор понимает, чё да как. Так, нет, ты где-то за 200 крон следующего возьмем.
Блин, полечить чуваков надо. Ну, у нас реально есть чувак, который 7 хп. Минус 35. Ну, блин, вы пока что просто не в бою участвуете. Пока хотя бы половину не заработаете. Что за квест тут есть? Вигмар старший швыряет кубок о стену, он ударяет в нее, отскакивает. Он ударяет. Видимо, ударяется об нее, отскакивает, крутится по полу, разбрызгивая вино. Несколько капель попадает вам на щеку. Бродяги, разбойники, грабители! И так все время. Задумавшись, он рассеянно протягивает вам платок. Недавно я получил весть, что большая шайка этих разбойников собирается сжечь наш город дотла. Впрочем, я кое-что приготовил для них. Твой отряд! Что скажешь, наемник, защитишь наш? Это должно стоить немало крон. 1600. А больше... Типа, на нас собираются напасть. А я опять ввязался в какое-то говно. Так, подожди, а ничего, как они там лечатся? 23. 11. Ладно. Давай еще. Здесь нет разбойников, лишь нежить. Вы ждали нападения воров и бандитов, но вместо этого видите приближающуюся толпу ковыляющих существ. К сожалению, смена нападающих не означает отмену контракта. Готовьтесь к бою. Погнали. А, вот круто. Подожди, они с Они с некромантом. Так, что у нас? Сколько? 25 хп. Сойдет. Может быть, выживем. Держать строй. Много восставших из мертвых, несколько воскресших. Нормально попал. 57. Ну, мужик, ты там зря оказался просто. Разберемся. Нечто, по-моему, попроще, чем более охреневшие чуваки. Пускай наши арбалетчики пока что этим занимаются. Некромант. Некромансер. Черт. Так. Корбан, детка, отойди подальше. Так, давайте сюда. Подходим по одному. Так, началось. Бля, ну у них что-то с точностью вообще какие-то проблемы гигантские. Нос. Ну,
Нормально, справимся. Главное постепенно народ избивать. Ага. Как хп мало. Так, на штурм. Не спрашивайте, что за звуки у меня там. Так, естественно, не что. Так, а Макс нездоровый токсик. Я сегодня с тобой уже здоровался, иди нахрен. Ладно, привет. Ну я с тобой здоровался сегодня. Так что ничего не знаю. Так, успокаиваем мертвечину. И постепенно пробиваемся. Ну и, надеюсь, прорываемся и пробиваем чуваков. Это что-то как-то не похоже. Угу. Да, башка его прошибает. Слышь. Так, нормас. Как паладины этого мира, мы заявляем, что побеждаем врагов. Баба врагов. Черт. Слабовато. Блин, как они выражаются просто. Так, сюда пошли. Блин. Надо чувака спасать. Так, ты уже не в бою будешь. Слышь, а ну лежать. Так, 77% было. Супер. Так, отступай, чувак. Же, он что-то от кровотечения, так-то хорошо ловит. Блин. Ладно, так, а эта штука тратится?
Ой, про этого парня забыл. Да что ты? Стой тут. Так, а чё ты открывать не можешь? В нос весь не хватает, что ли? Восставшие мертвецы! Ой, так. Я не хотел ходить. Так, если сможем в осаду взять некроманта, будет хорошо. Так что примерно к этому и стремимся. Да, выносливость реально нужна. А так. Слушай, нифига мне бинт пригодился. Спасибо, Силдорну. Так, ты еще не умеешь страшные вещи делать. Так, окей. Ну, относительно. Даже лавел получили за густов. За Максимушку ответишь. Смекаешь? Давай для починки бери. С едой все нормально. Так, это продаем нафиг. Макс тоже продаем. Ага. Отряд Вафли найдет этому применение. Густав. Бедный Густав. Он же только недавно вступил в отряд. Но, блин, у него прирост этого выносливости очень хороший. Опасные нынче времена. Всякая дичь тут бродит в округе. Поле боя. Так, еще раз напомню. У тебя что? А, мешок опыта. Ну, знаете, опыт на самом деле ему не особо важен. То, что решимость есть, инициатива меньше. Ну, только в крайнем случае мы его заменим. То есть, если реально мега крутой парень будет там 3 к атаке, 2 к защите, или наоборот, там 3 защите, 2 к атаке. Только в таком случае. О чем? А, мы копейщика до сих пор ищем. Ну, либо более крутого знаменоноса. Так, что у нас есть? Фига себе. Майнхольд. А он хорошо вооружен. Из этих проверяем. Слушай, давайте я наймем ради интереса, посмотрим. Я всех не собираюсь проверять. Так, фигня. 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 Парень с трешкой. Подожди, а что у тебя? Могильщик, хорошее настроение двойных волн. Слушай, Нильс будет круче, чем Кетельмунд.
Майнольф. Майнольф. А ты выглядишь интересно, бля, но он пессимист, да? А, не, подожди, он оптимист. Стерия, принесший обед. Пускай это дорого стоит, но мы Майнольфа возьмем. Не здоровается, я желаю ему здоровья. Я желаю тебе здоровья. Не, ну у него прирост реально крутой. Ну и ради интереса я ему оставлю вот это вот, чтобы он был мега крутым. Так, ну боевой меч можно будет продать. Ледяной щит тоже. 40, 48. Угу. 15, 25, минус 16. Да, он такой же. Майнельф, так. Ну потому что прирост плюс 3 я уже давно ищу. Плюс еще плюс 2 к атаке, то есть он будет вообще классно выпасить. Стоит дороговато, конечно. А где написано, сколько он берет? Сзади. Хрен его знает. Неизвестно. А, вот 22 кроны в день. Дороговат. Но от знаменосца меньше не ожидаем. Что за цена у вас конски? Так, пыльная девка бросается на вас, она практически облобызала ваше ухо, но вы успеваете ее отодрать от себя. Один из зевак бросается к вам, оттаскивает дев. Убирайся, шлюха! Сколько раз тебе еще повторять? Она нетвердой подходкой бредет прочь, хватаясь за мужчин, подобно живому... подобно животному посреди веток. Ваш спаситель протягивает вам руку. Я Реймунд, один из важных... я Реймунд, один важный господин. Реймунд старший искал тебя. Будь добр, следуй за мной, я приведу тебя к нему. Взял проститутку к нам подкинул. Так. Угу. Ладно, что там? 210. Ладно, доставляем посылку. Так, доставить посылку человеку. Знакомое название. Блин, меня постоянно туда вот гоняют. Так, подожди. Еды бы я бы на самом деле бы взял. Так, что там у нас по парням? Блин, ты до сих пор лечишься? Густав, блин! Это ган вафля. Ух уж это вафля. Зато оптимист. Че, Андрей, как дела? Накопаться успел? И, кстати, да, Жеке я писал, но он мне не ответил. А, нет. Ответил. Ответил, но он сказал, что у него ДНД какой-то. Он нам изменяет с ДНД, Андрей, понимаешь? Вооруженный гонец. Виндерсхолм. Дружеские. Жека тебя предал, он играет в Dead. Во что, в Канзах Dead он играет?
блин, по факту. Ну, можно сказать, что мы снарягу-то купили, то, ту, которую получили-то, она мега крутая. То есть у вот этого парня мега крутая снаряга. 22. У него 150-200. Крашеный воинский доспех. Красивый парень! А чё мы еще чиним? А, мы реально есть чуть потерянный легион какой-то. Так что практически я считаю нормальным приобретением. Надо этот не огребать в файтах, к сожалению. Потому что та задача, когда, конечно, мне 2000 золотых принесла, но я потерял одного чувака, и один меня капец травмировал. Кучу потратили ресурсов на восстановление. Было. Так, несколько вооруженных людей в доспехах выходит на дорогу, организовал что-то наподобие металлического тупика. Похоже, они желают убедиться, что дальше вы не продвинетесь. Один из них, судя по всему, командир, выходит вперед и стучит себе кулаком в грудь. Перед тобой стоит легендарный отряд вдоводелы. Мы спасатели города Хайнвал и убийцы короля-самозванца. Завершив столь торжественное представление, он указывает на груз, который вы охраняете. О, это же отряд Вафли! Как бы я не хотел вписать вас в список наших побед, я дам тебе шанс, как наемник наемнику. Все, что вам стоит сделать, это отдать нам вот тот груз. И мы разойдемся по-добру-поздорову. Как тебе такой вариант? Что ж, представление было занимательное. Тут не поспоришь. Если он так тебе нужен, подойди и возьми. Мы не знаем. Сходу парень выходит и попадает, по-моему. Это что за... А, ну да, типа... Там чувак, блин, под щитом не попадает. Ну, блин. Писец. Я вот говорю, эта игра на меня специально подставляет. Так. Подожди пока что. Ты тоже подожди. Тоже жди. Тоже... Классно, вперед пойдем двигать. Уже выходит, просто парень по мне попадает. Блин, они хорошо вооружены. Очень хорошо вооружены. Блин, по лесам бегать такое себе. А че туда, блин, надо копеечка переводить наверх. Наконец. Оказывается, вы попадать умеете. Да ёп! Писец просто! Мы опять огребаем. Да ты посмотри, а! Они просто на похрен уничтожают моих чуваков. Они попадают, вообще урон не наносят. Я даже не знаю, блин. Что за жесть. Так, печек наверх, приз. Писец.
Да звездец какой-то. Что это за отряд? Можешь мне игра объяснить, блин? Какого хрена меня, блин, гандошат все, кому не лень? Вот эти на меня напали. Так, слышь, свалили отсюда, это я их гасить буду. Все, ладно. Я вступаю на помощь местному воинству. Мне экспа нужно. Вообще не понимаю, что-то происходит. Ладно, будет моим. Еще в каких-то горах деремся еще к тому же. Ну там что-то армия как-то специфична. Ой. Здорово. Эх, да. Так, Андрей уже ушел, что ли? Селдар, какого хрена эта игра так гандошит? Как тут играть? Чего боль такая? Чего так больно? Чего это у тебя? А? Мы еще не восстановились. Блин, мы реально с какими-то бандитами деремся. Так, вперед! Народ, берем тех, которых сверху! В траве феи будут наши! И немного экспы. Надо кого-то успеть побить. Надо. Так, ну этот парень никогда не дойдет. Банда ястреба, блин. Надеюсь, за экспу просто за, ну, за попадание дают. Супер. Так, ну он еще сможет продвинуться немного. Не то нажал. С местными армиями в бой. А, серьезно, ты не достаешь? Блин, сверху мог бы достать. А смысл не жестко. В смысле? Ну хотя бы по среднему тут. Типа тут временами нападения такие, что ты просто охреневаешь. Чуваки просто тебя аннигилируют. То есть это вообще нормально?
Так, я надеюсь, что я с них смогу все трофеи забрать. Трофеи мои будут. Вам все равно, типа, стандартным воинским подразделением это не нужно. Так, ну у меня арбалетчики одного застрелили. Давай! Свейн! Так ты типа по своим-то не надо стрелять. Так. Да, мы даже типа полноценную часть в битве устроили. Чардж! For victory! Я не знаю, какая-то потасовка большого количества пехотинцев против крестьян. Вот как это выглядит. Люди с вилами стоят. Ну я только один пост до него дойдет, скорее всего. Ну хоть так. А портой будем гасить? Может поможет. Ну блин, чуваки же как-то умудряются сдерживать, чтоб я не мог отходить. Свой, оставайся там. Сейчас от инициативы будет многое зависеть. Догнать их, в смысле, уйдет он, ага. Ну, а все, не уйдет. В смысле, я в обход, что ли, пошел? Вот так. Попасть не можете. Да. Позвольте-то не надо. О, ёбаные позорники. Наконец-то убили, блин. Повысился, вон, Густаво, блин. Так, ну, починка, золото, немного медикаментов. Но, в принципе... Ну, нападали на меня точно эти. Это другие типы нападали. Hmm.
сам пакет. Давайте. В принципе, недорого стоят. О, боевой тесак. Что тут есть? Кузница. Угу. Тут еще броница есть. Так. Ламеллярная бронь. Не, ламеллярная слишком дофига. Надо другое ловить. 210. Хрена по цене с кольчужным капюшоном. Хм. 210. Обзор минус 2. Не, пожалуй, откажусь. Да я понял. Чё, мои как там? Относительно довольны. Часть, которая недавно присоединилась. Она ещё не понимает, типа, с чем связалась вот эта часть. Хрена ты там. Да хрен неистовый там есть. Фигня, фигня. Хм, все фигня. Что, продолжаем наше шествие. Так, слушайте, но я бы ради просто экспы бы зафайтился. Чё-то в последнее время патрулей много, вам так не кажется? Дайте мне посражаться. Фига там. Собакин в броне. Блин, они все одинаково одеты, нифига. Не то, что мы, у нас даже щиты разные. Хотя мой рыцарь как будто бы одет немного под их цвета. Немного. Вперед! Навстречу приключениям! Мы должны стыбрить хоть что-то. Они вырезают врагов. Кажется, у меня точно не профессиональная армия. Блин. Свои попал. Да, блин. Да всех там окружили нахрен. Может, если какой-нибудь лут получится, типа, собрать. Если повезет. И посмотри, сколько их там. Да хоть за победу просто в бою, чем положено. Блин, я должен был с ними сразиться. Так, ну там еще один есть. Мы, возможно, можем на него напасть. Я еще кого-то... А, понятно. Уж не дай бог с ними встретиться, их реально много.
все кончено. А, подожди. Ну, мы их догнали. Сволочь! Ну, я помог официально. Так. Тень мелькает позади вас, когда вы оглядываетесь, то видите, что там стоит Свейн. С довольно отстраненным взглядом. Хруст костяшек его пальцев раздается, словно длинная стаккато, после чего он говорит, что Густав хотел бы потренироваться с ним. Вы спрашиваете, зачем? Дебошир смотрит на вас. Потому что он слаб. Ему это ни к чему. Посмотрим, как долго он продержится. Так, Свейн и Густав практикуются в яме, передвигаясь по щиколотку в грязи. Костяшки их кулаков обернуты тканью, под которой подушка из листьев, чтобы не покалечить друг друга с каждым ударом. Дебошир гоняет своего ученика так, что оба взмокли от пота. Густав прыжками передвигается по кругу, рассекая кулаками воздух. Если тот начинает замедляться, проходя мимо, то Свейн бьет его, словно возница ленивую лошадь. Наконец, по прошествии часа, Свейн предлагает своему ученику напасть на него. Как и следовало ожидать, атака оказывается жалкой и не настигает свою цель. Густав производит длинную череду ударов, но без должного напора. Дебошир уворачивается и уклоняется в сторону, встречая каждую попытку ученика нанесением ответного удара. Видишь, что происходит, когда ты устаешь? Вот почему мы должны тренироваться. Даже самые способные и смертоносные ничего не стоят, когда задыхаются. И их ноги заплетаются от усталости. Густав получает плюс 3 к носу. Кайф. А Густав это кто? Густав это ты? Ну, Густав, радуйся. Тебе мастер-класс сделали. Че там? Все вылечились? Ну, кроме этот. Травмы мозга. Че такое, Андрей? Поздоровался. От меня привет передал. Че, Андрей, как сегодня картошка? Нет, но с Петей поздоровался. С Петей? Петя, это кто? Underscroll. Баб получили! Рубаль шустрый. Фигня. Потенциал. Лидвин. А что там у Ульриха? Подожди, кто? Кто гашный? Свейн? Слушай, Свейн, он реально круче тебя. Ты что, получается, Гримвальд шустрый? А что? 10 к инициативе, живчик. О! Молодой крови вступить за правое дело. Блин, вот эта травма на башке. Угу, Гримвальд шустрый. Чё по моим там чувакам? Так, у этого 2 защиты, потенциал на замену. 2 защиты, потенциал на замену. Ну вот эта четверка разделенная, вот как у него, между атакой и защитой, по-моему, вообще на сделку. 2 защиты, 2 атака, 3 атак. Ну вон, надо их заменять. И как минимум 2 в защите должно быть.
Тогда вообще кайфово будет. Ну, то есть, вот самое лучшее, наверное, как у Тильмона. А мы продали, да? Так, через окно вы наблюдаете, как люди заполняют повозки товарами. Адальберт старейшина присоединяется к вам с двумя кубками вина в руках. Вы берете один и выпиваете залпом. Пет смотрит на вас. Оно не из дешевых, стоило бы посмаковать. Вы пожимаете плечами. Прости, можно еще кубок, чтобы сделать правильно? Адельберт старейшина отворачивается и идет к своему столу. Так вот, мне нужна охрана для каравана, идущего в Хохенштейн. Это должно занять около 4 дней. Довольно просто, правда? Готов заплатить немало крон, если интересно. Как насчет большей оплаты? Ладно. Ладно, не хотят платить больше. Что-то есть кузница. Что в кузнице? А, вот, есть двуручные, он типа по одной клетке, да? Подожди, а как понять? А, вот дальность до двух. Угу. Гизарма. Двуручный боевой топор. Топор! Боевой! Молот одноручный. Так, по-моему, у меня никакого чувака на молотке нету. Боевой тесак у одного есть. Тут ничего такого полезного. Спайди призналась, что она на самом деле мужик и мой сосед по имени Петя. Так в смысле, то, что я паука Петя называю, это я, оказывается, майндгеймы делал, да? Прям куда отправились? А, мы по дорогам. Да горто! Блин, сегодня, наверное, Dragon Age Awakening. Надо будет начать. Че-че-че-че. Бандосы! Бандосы, давай сюда! Так, понятно. Зассали. У меня же всех левел повыше. И все равно, мне кажется, здесь неразмеренная какая-то сложность в игре. То есть, типа, вот все было нормально, нормально, нормально. Бац, меня, блин, уничтожают. И говно. Таубург. Так, что-то где-то происходит. Нет. Это орки! Блин, какие-то орки воины с ними. Андрей, на меня орки напали! Они хотят грибного пива! Так, мы займем возвышенность. Гадам орку воин. Блин, это молодые орки, а там какой-то, типа, реально гашеный поц. Орки, желающие грибного пива. Блин, такая музыка еще. Так, сюда погнали. Так, это орк воин, это орк воин.
нифига! У них чаржи есть, что ли? Флэш! Так-то на штурм надо быть. Ага. Станет сволочь. Так. Так. Ну, если мы тут двух быстро раскатаем. Угу. Раскатаем мы тут двух быстро. Ой, раскатаем! Грибного пива этому бойзу! Чё такие, блин? Я понимаю, за кем он охотится. Угу. Так, двое вниз. Вместе с лучником, вместе с арбалетчиком будут разбираться. Печка наверх, я думаю, из бойцов. Фига. Слушай, ты что там задумал? 81% попаданий. 80 гребаный 1%. Орки-воины — это просто звездец. Мне надо с этим как-то разобраться. А, они хорошо бронированы, блин. Угу. Так. Ну не тут-то было. Писец. Это же орк-воин, да? Вообще не попадает. Угу. Чуть понял. Я перепутал, за кого играю. Блин. Да ты чё творишь? Идиот, блин. Начинаем пробивать. Так. Надо что-то с этим придумать. Угу. Ты чё такой живучий? Ага.
Угу. Супер. Сможем этого парня забить? Да шоп! Сука! Да почему кровотечение-то такое мощное? Да это звездец, блин! Самое проблемное, я еще не могу посмотреть, кто сдох, блин. Чтобы понять, насколько он мне нужен был. Чего их нельзя раскрасить? Типа, дебилы в голубой цвет, нормальные поцы в розовый цвет. Гребаные орки, блин. Так их, блин. Так, ждите. Печки. Раньше ходит, блин. Я, блин, пока что не придумал, что с кровотечением делать. Потому что если на тебя налетело, это, ну, реально только бинтом, блин, воспользоваться. Да, по-хорошему надо фокусить их, блин. Ну, сейчас мы в чисто поле встречаемся. Может, попроще будет. Так, орка воина давай. Блин, аж капец. Штурмуют. Так, ага. Ладно, сойдет. В смысле? А, не-не, все нормально. Угу. Так, кровотечение. Так, этому хана. Я сказал, этому хана. Так, орку он не может дойти. Хорошо. Так, ты пока что подожди. Вот так, вот так. Угу. Так, давай стену копий. Будут подходить, будут огребать. Так, понятно. Ставим щит. Фига. Так, ну этот подошел, надо гасить, получается, его. По своим попадать будет. Давай в того. Угу. Угу. Так, блядь, на шторм. Супер. Блин, мы сейчас только этого будем гасить полчаса, мне кажется. Хоть небольшое. Угу. Супер. Ой. Что зашло? Так. Поднимай щит. Бьешь этого. К сожалению, почему-то не попадаешь. Блин, ну еще и кровотечение.
Ты не своими тесаками задрали уже. Фига! Ты че такой гашеный? Так, пацаны. Пацаны-братишки. Так, бьем вот этого, потому что с этим хрен с ним. Типа, майнольфу гасанет. Супер, молодчик. Черт возьми, орки. Блин, ну насколько простые обычные молодые орки по сравнению с этими? Просто как земля и небо практически. Так, у тебя там все относительно плохо. А выносливости не хватает. А что он пытается сделать, я не могу понять. Не избавлять топор! Отлично! Все, на него кровотечение. Найс! Смотри, вообще не сдаются. Типа это способность орков? Сражается до последнего? Ты вот прям... Вот, караванчик, ты решил сюда подойти, да? Молодец. Что сказать, взял, загородил, хотя бы. Жесть! Че там? Плюс 15-15, выносливость минус 2. Умение щита тратит на 5 больше выносливости. Эскит умение щита. Тикач. 40-70. Так, погоди, у тебя вот есть тесак 40-60, 25 по УЗ, 25 по УЗ, 110 по броне, тут 90 по броне, выносливость минус 12, выносливость минус 18. Но теоретически он же круче. Мне игра говорит, что нет. Наверное, я поверю игре. На 2 короны больше стал стоить. Так, ну точно это. Точно это. И. Что у тебя по выносливости? А, у тебя выносливость хреново. Ну и выносливость. Что сказать. Так, что у нас тут? Берсерк один расход при убийстве. Ага, пока. А. Так, ну заклеменных в боях точно надо брать. Так. Так. И, ну, выносливости до сих пор мало, поэтому берем. Выносливость нам нужна. Может, когда-нибудь у меня будет отряд, который будет справляться. Но не сегодня! Еле братанов спасаем.
Вы подходите к человеку, стоящему с белым стягом, в центре которого еле виднеется нечитаемый символ. Потертые рваные останки знамени развиваются на ветру. Незнакомец кивает вам. Приятно видеть немного плоти. Это явно не те слова, что вы ожидали услышать первыми из его уст. Естественно, вы спрашиваете у мужчины, что он имеет в виду. Выглядит он крайне подозрительно. Думаю, вы понимаете, о чем я. Плоть, в отличие от костей, коих я видел слишком много за последнее время. Так что да, приятно видеть немного плоти. Вы пытаетесь разузнать подробности, спрашивая, какого рода кости видел этот человек. В ответ он щурится, словно прикрывая глаза от ветра прошлого, которого он предпочел бы поскорее забыть. Из того рода, который ходит. Кости, что войдут в твою дверь посреди ночи. Кости, что убивают любого, кто встает на их пути. Кости, что хотят видеть еще больше костей. Таких же, как они. Такого рода кости. Дошло теперь. Его лицо проясняется, глаза расширяются, он поворачивается к вам и неожиданно наклоняется вперед. Вы ни за что бы не пополнили ряды этих костей, не так ли? Почувствовав угрозу в его словах, Ульрик подскакивает вперед, приготовившись убить этого человека, прежде чем он успеет что-либо сказать. Вы осаждаете всех и велите успокоиться. Незнакомец держался непринужденно, но вы приказываете отряду вафли осторожно обойти его стороной. Он не двигается, он просто стоит на месте, в то время как последние останки его знамени разлетаются по ветру. Хрена себе. Подожди, может быть это какой-то намек на то, что будет какое-нибудь восстание нежити? То есть нежити становится, по-моему, больше в последнее время. То есть всякие некроматы на города нападают. Серебряный кубик. Это столица. Хохенштейн. Хохенштейн мы еще никогда не были. Сейчас, наверное, вот этот квест завершим. И на сегодня все. Пойдем. Вот он, гоблинцы какие-то бегают. Вот, и пойдем в Даганейдж дальше играть. Так. Статус хорошее, снабжение. Так. Чё у вас тут по наемникам? Господа наемники, позвольте проверить вас. Три к выстрелу. И дом 2. Подожди, а чё это? Решимость битвы с зеленокожими. Пожалуй, откажусь. Так, защиты. А можно ли быть четверка? Ну не, по-моему, трешка максимально. Не, пожалуй, я не буду его брать. Корбан, нет. Блин, с этим Корбаном. Статус хорошее снабжение. Так. Топор одноручный. Топор еще рубило. Что-то я упустил. Тут мясо есть. Испортится через один день. Испортится через один день. Но мы уже там что-то из этого употребили, да? Что тут еще у вас есть? Кузница. В кузнице. У вас есть... Лучный боевой топор. Фигня. Двуручный меч. Блин, я вот что-то нормальное. Двуручные копья не могу найти и так далее. Как печально. Псарня. Буян боевой пес. Волк. О, есть броница. Да, блин. То, что обзор минус 2 мне не нравится. Хотя ближнюю волну можно было бы снабдить такими. То есть чуваки впереди, чтобы имели побольше защиты укрепленной. Хаубек.
минус 26. Пожалуй, пока что откажусь. Так, ну ладно, давайте, на сегодня с братанами все. Через какой-то, ну, сейчас перерыв и пойду, там, 2 часа в Dragon Age, там, Awakening начнем. Вот. Так что, всем спасибо, кто смотрел. С вами был Макс. Давайте, пока. Еще пострадаем в этой игре. С каждым разом мне все кажется, что я буду часто загружаться, переигрывать сражения. Что не очень хочется. То есть хотелось бы такую чистую тактику выработать и фигачить врагов. Но зачастую мы там сталкиваемся с врагами, враги делают 3 выстрела, все 3 попадают, у меня труп валяется. Мои делают 20 выстрелов, попадают один раз, и то наносит чуточку урон. Надо бы... Подожди, а тут нет случайно... Угу, тут, наверное. Надо бы тяжелые арбалеты где-нибудь найти. Я думаю, вообще на это зайдут. Ну, ладно, все. Пока, все молодцы, еще увидимся. И приходите еще, ну, либо минут через 10.